Всем привет! Вы на канале Эксперимент KD. В этом видеоролике мы будем тестировать строительные каски. Посмотрим, выдержат ли они всю мощь наших петард. В нашем арсенале есть петарды маленькие и мощные. Начнем эксперимент с маленьких петард, а после будем взрывать супермощные петарды. Ну все, начинаем наш эксперимент. Пошла первая петарда. Неплохо так взлетело. Что-то подобное мы уже взрывали, но это были кастрюли. Но с касками, я думаю, получится интересней. Посмотрим на повреждения. Каска целая. Нужно петарда помощнее. Следующая петарда. С каски мы удалили весь пластик, чтобы каска плотно прилегала к бетону. Тем самым мы уменьшили потери мощи петарды. И в этот раз каска взлетела повыше. Хотя мощность предыдущей петарды была примерно такая же. Повреждений опять никаких нету. Пошла следующая петарда. Эта петарда мощнее. Опа, взлетела выше деревьев. Надеюсь, есть повреждения. Пойдемте посмотрим. Опять ничего. Каска целая. По-моему, не напрашивался на Корсар 8. Ну, посмотрите, у нас есть еще одна петарда. Чуть-чуть менее помощнее, чем Корсар 8. Ждем результата. Вот это рвануло. Ничего себе, каску как высоко подбросило. Я, по-моему, вижу, что каска уже маленечко разрушилась. Да, каска не выдержала мощи этой петарды. Давайте посмотрим с другого ракурса замедленной съемки. Видно, как пластик оторвался. Продолжаем эксперимент. В этот раз будем использовать петарду Корсар 8. Попробуем уничтожить каску, не снимая пластик. Мощнейший взрыв. Петарды Корсар 8 очень мощные. Замедленная съемка. Вау, искры даже летят. Классная петарда. Корсар 8. Супер мощная. Идем смотреть на повреждения. Пластик отлетел. Куда-то непонятно. А каска целая. Попробуем взорвать таким же образом с той же петардой Корсар 8, но теперь уже белую каску. Поджигаем и удаляемся на безопасное расстояние. Ни в коем случае не повторяйте это самостоятельно. Все действия выполнены профессионалами, учтена вся техника безопасности. Корсар 8 очень мощная. Вот это взрыв! Надо глянуть на повреждения. Белая каска сдалась с первого же взрыва. Корсар 8 уничтожил ее. В этот раз мы решили сложить каски друг на друга и взорвать их также Корсаром 8. Корсар 8 готов. Каски готовы, поджигаем и удаляемся на безопасное расстояние.
Все три каски разлетелись в разные стороны. Пойдем смотреть на повреждения. С этого ракурса видно, как разлетелись каски. Ищем осколки наших касок. Вот есть какая-то часть. Вот вижу еще кусок каски. Неплохо разорвало каску. Это каска, которая была целая. Ее тоже напополам располовинило после такого супер мощного взрыва. Все осколки касок мы нашли и все прибрали. Все выкинули в мусорку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.